В торговом центре «Ультра» сейчас проходит большая ярмарка мастеров. Гостей угощают горячим чаем и медом в лучших традициях алтайского гостеприимства. Народные мастера приготовили оригинальные подарки с новогодней и зимней тематикой. Вещи, которые приносят тепло и уют в дом. Это куклы-травницы, оберегающие домашний очаг, глиняные кувшины для молока, деревянную посуду из дуба, липы и даже из алтайской облепихи. Новогодние шары и шкатулки, тончайшие работы бижутерию, плетеную на коклюшках. Организаторы говорят, ручной авторский труд алтайской зимовки расширит традиционные представления о том, что такое сувенир или новогодний подарок. Это пенал, то есть это сувенир региона, занявший второе место в общероссийском конкурсе. Проект «Шишка Маркет» совместно с мастером, с народным мастером Леонтьевой Еленой Юрьевной. Вот такой вот красивый по форме, по самобытности. Представляет собой традиционную алтайскую домовую роспись. То есть то, что раньше изображалось на стенах домов, на сундуках, на прялках. Я представляю организацию «Озорная шишка». Вот наш продукт «Шишка в шоколаде». Он взял гран-при в конкурсе в Кирове. Это всероссийский конкурс «Тур сувенира». Вот эта маленькая шишечка стала сувениром региона. Я напомню, праздник «Алтайская зимовка», который открывает зимний туристический сезон на Алтае, пройдет уже завтра. Главной площадкой праздника станет новая пешеходная улица.